Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей пятницы на пересечении улицы Жильтоксан-Белинского. Примерно в 2 часа дня здесь столкнулись «Лада Ларгус» и «Фольксваген Пассат». К счастью, никто из водителей не пострадал, автомашинам нанесен незначительный материальный ущерб. По словам автовладельца «Ларгуса», он двигался по Жильтоксан со стороны улицы Ельшибек-Батыра. Не доезжая до пересечения с улицей Белинского, водитель «Лады» включил поворотник и хотел было свернуть налево. Как вдруг произошло столкновение. Как оказалось, в заднюю левую часть «Ларгуса» въехал «Пассат». Договориться между собой участники аварии не смогли. В дело пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Очередная авария произошла на пересечении улиц Байтурсынова и Талкихана в субботу в половине первого ночи. Как раз в том самом месте, на котором дорожники ведут строительные работы. По словам очевидцев, водитель ВАЗа двигался по Талкихана на большой скорости. Пытаясь пролететь на мигающий зеленый свет, водитель поздно заметил бетонное ограждение. В результате столкновения многотонная плита раскололась на две части. Искореженный автомобиль смог остановиться, лишь врезавшись в указательный знак, перелетев при этом через зарык. На место прибыли врачи скорой медицинской помощи, мужчину госпитализировали. У водителя травма головы. Мы оказали первую медицинскую помощь. Сейчас пострадавшего доставим в больницу скорой медицинской помощи для сдачи анализов. Есть подозрение на сотрясение мозга. После медобследования владелец ВАЗа вновь прибыл на место дорожно-транспортного происшествия. От сильного столкновения с бетонным ограждением половина плиты отлетела вперед метров на 70. Благо, дорога была перекрыта и никого из водителей и пешеходов поблизости не было. Ночное дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улицы Аскарова и Мангильдина. В результате столкновения повреждены два автомобиля, обе «Мазды» зеленого и серого цветов. По словам очевидцев, обе машины двигались по Аскарову навстречу друг другу. На перекрестке автовладелец зеленой «Мазды», который двигался в сторону проспекта Республики, попытался совершить маневр влево, не уступив встречную полосу серебристой «Мазде». В этот момент и произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения никто из людей не пострадал, автомашинам нанесен значительный материальный ущерб.